верить, что в 21 веке в нескольких километрах от столицы нашей Родины дороги могут находиться в таком состоянии. Это сейчас яму обозначили предупреждающими лентами, а несколько недель она находилась в открытом состоянии, еще и наполненная водой. На скорости попав в такую дыру, можно смело отправляться в автосервис. Уже, наверное, 2 месяца вот эта дыра, и никто ничего не делает. Попадали в нее куда-нибудь? Я нет, но видел, как другие машины очень сильно это там, чуть ли не колесо там пробивали. Такая же ситуация и в Расторгуевской части города видна, а так как здесь узкоколейные дороги, водителям приходится демонстрировать свое умение фигурной езды. Взять улицу Кооперативная, только при въезде на нее уже 3 ямы подряд. Ужасная дорога. Весна пришла, дороги ушли. Как не было, так и нет. В каких частях еще дорог такие плохие города? Вот в этом участке в основном плохие дороги. А так-то, по идее, пару ямок обучили. Коль без денег на этом, в дистанции. Это не дороги, а горе. Какие же дороги, дыры одни. А вот и предвестники будущих ям. Днем, когда температура повышается, в трещины на асфальте затекает вода. А ночью, когда температура понижается, она превращается в лед и разрывает покрытие, которое впоследствии разбивается машинами. Время капитального ремонта дорожного покрытия пока не подошло. Совсем недавно Видном проходил ямочный ремонт. Однако дыры все еще образуются. И сколько с ними жить видновчанам? Ямочный ремонт у нас осуществляется еженедельно по всей территории Ленинского муниципального района. На прошлой неделе порядка 550 квадратных метров было отремонтировано. На этой неделе у нас запланирован ремонт дорог по улицам Строительная, Фокина, Березовая, Расторгуевская часть, северная промзона наша и в деревнях. Это деревня Коробова, Калиновка и Белеутова. Какой объем работ предстоит выполнить этой весной, пока неизвестно. Период межсезонья богат на сюрпризы. И на дорогах еще будут появляться выбоины, а значит и прибавится работы у дорожников. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.